Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Мне кажется, что инвестиции очень часто похожи на секс. Сейчас вы поймете, почему. Потому что клиенты ведут себя как девушки. И секс – это такая штука. Сначала страшно, непривычно, может быть, а потом приятно. Хочется делать это снова и снова. «Мадам, — говорю я хочу предложить вам инвестиции в акции». «Ой, я в этом ничего не понимаю. Расскажите». «Мадам, акции — это такая штука, которая растет. И с каждым годом она становится все больше и больше. А еще, мадам, вы будете регулярно получать дивиденды». «Ой, регулярно мне это нравится. Регулярно, а как часто? Раз в полгода? Ой, ну, может быть, почаще. Они большие? Нет, нормальные, там, 3-6%, но они постоянно растут. Да, мне это нравится. А какие они бывают, эти акции?» «Ну, они самые разные бывают, мадам. Это Газпром, Распадская, МТС, Система, Роснефть, РЖД, Сбербанк, в конце концов, мадам». «Ой, они все наши, они такие ненадежные, эти наши. Мадам, могу предложить вам иностранные, импортные. Их тоже полно». «А какие они?» «Всякие, мадам, всякие. Apple, слышали? Chipotle Mexican Grill, Coca-Cola, AT&T. Их целых 500 штук. Ой, я, наверное, в этом ничего не разберусь. А куда это вы меня ведете?» «Мадам, я же сделал вам предложение. Я гусар. Приступим к делу». «Ой, вы что? Я девушка серьезная. Я так не могу быстро. Расскажите мне еще. Мне хочется что-то такое. Я в этом, наверное, не разберусь». «Мадам, для тех, кто не разберется, прекрасно, есть такой инструмент. Такой инструмент, как модельный портфель. Такой инструмент. Мадам, вам ничего не надо знать. Только открываете брокерский счет. Мадам, открываете брокерский счет. Вводите туда деньги». «Ой, ну как же я введу? Я не умею вводить». «Мадам, ввести я вам помогу. Остальное у вас будет только кнопочка и все». «Нет, ну что вы, ну так неинтересно. Кнопочка и все. Вы что, меня совсем за дуру считаете? Нет. Мне что-то я хочу более умное. Ой, а куда это мы уходим все глубже и глубже?» «Мадам, у меня к вам предложение. Вы же слышали?» Ну, эти акции, они же не только растут, они же могут и упасть, а?» «Да, мадам. Но специально для вас, мадам, у меня есть облигации, они такие облигации, у них такие купоны, мадам, вы просто обалдеете». Да, мне это нравится, купоны, они тоже регулярные?» «Мадам, да, купоны регулярные». «Ой, ну я даже не знаю, я вся в сомнениях. Они с гарантией?» «Мадам, я вам гарантирую, что купоны вы будете получать
регулярно. Да. А какие они бывают? Мадам, хотите валютные? Хотите рублевые? Россия 28, ВЭБ 23, пожалуйста. Полная гарантия. ОФЗ, в конце концов. Ай, ну я даже и не знаю. А... Что сказать? А... Мадам, в лес. Нет, ну что вы, что вы, что вы, что вы. А, я не готова. А, вы мне скажите, а есть такое, что, что не упадет никогда? А... Есть. Мадам, есть. Есть такое, что не упадет никогда. И вам это понравится, мадам. Это структурные продукты с защитой капитала. А, как бы что ни случилось, мадам. Вы в худшем случае останетесь при своих. А если получится, то у вас... О-хо-хо, какая прибыль, мадам. Ой, ну... Ну, даже и не знаю. Мадам. 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 Ой, ну что вы, что, что вы, что, что вы? Я женщина такая, я серьезно. Где-нибудь, может быть, есть побольше купон? Есть, мадам, есть. Ноты специально для вас, мадам. Ноты. А-а-а, вот это. Расскажите, пожалуйста. Что за ноты? Мадам, ноты дают очень высокий доход. Очень. И они гарантированы. Да, с условием. Но зато какой купонный доход. 15% в валюте. Вам нравится? Да, да. Мне нравятся ноты. Мадам, есть одно условие. Они для квалифицированных инвесторов. Ой, ну я такая неквалифицированная. Может быть, вы что-то еще предложите? Что, что это вы делаете? Что это вы делаете? А куда это вы меня? Ну, да, я согласна. И вот примерно в таком духе регулярно происходит процесс уговаривания людей для инвестиций. Люди хотят все, значит, ломаются. Вот, ну, как девушки, буквально, типа, а что это? А как это? Ой, я не знаю. Ну, решись ты уже, и все, ну, что ты? Вот, все же будет хорошо. Вот, я тебя проведу, введу все, что надо. Вот, ну, и таким образом, вот, смех смехом, да, ребята, а я, как великий Дон Жуан, я... Совершенно точно уже помог открыть брокерские счета и начать инвестировать больше, чем 1000 человек. Понимаете? И все они счастливы на самом деле. То есть я не слышал того, что ну, кто-то говорит там. Ну, у кого-то получается, у кого-то нет. У кого-то регулярно, у кого-то нет. У кого-то хорошо и живет полной счастливой жизнью. Ну, а кто-то просто открыл счет и... До сих пор не нашел себе партнера для любви. Такое тоже бывает. Так что вот так вот шутливо я рассказал вам о том, как начать инвестировать на самом деле и как происходит процесс с инвестированием. Сначала мы, как и женщины, любим ушами. Я рассказываю, я показываю. Ну, а потом... Потом мы открываем брокерские счета все-таки. Вот, друзья, я надеюсь, что вы немножечко порадовались, повеселились. Я думаю, что этим видео можно и поделиться со своими друзьями. Ну, действительно, так происходит. И во всем так происходит. Может быть, вы напишите, в каких видах деятельности происходит примерно так же, как с сексом. Ну, мне кажется, также уговариваются клиенты на социально-накопительные программы. Или еще на что-то. Поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.